Продолжаем турнир. Стремительная атака на пяти звездах без желтых. Второй день к сражению. Теллурия. Кстати, глянем оборону. В ранге А даже стоит пока что 60%. На краешке держится. Три победы, два поражения. Поражение. Тир. Побеждали мы тут. 4200. 4300. Ладно. Сражение. Теллурия. Зеленая. Добавим-ка мы красных. Не знаю. Хила еще одного взять, что ли? Вот так. Тибуртус броню нам режет. Клык атаку апает. Киприот. О, Барян в углу стоит. Ну, это мега какая-то оборона интересная. Жан поставить, чтобы броню не срезала. Погнали. Так. Здесь уже надо 7 камней, чтобы зарядить героя. Соответственно, только Жан зарядился. Так, поджигаем. И Киприот уже заряжен. Это надо же, а? Что-то я не рассчитывал на такое. Быстрый исход. Фу, повезло, криты пролетели. Так, зарядили Кингстона, успели. Забрали. Так. Где прокинуть еще можно? Ригарда зарядили. Тут два контратаки в углу, это, конечно, мега фейл. Три в пустоту, еще раз Кингстон. Еще раз бьем. Ты какой крепкий, а? Клык, ты такой дерзкий. Так, заряжаем наших красных. Жан, жарь. Тем временем так-то они хорошо друг друга поддерживают. Ну, Жаном потихоньку мы точно дожарим. Рад на один раз стюкнем. Кингстоном добьем. Еще раз поджариваем. Эх. Красненьким цепанем. Криты пролетели. Следующий бой. Торн. И мать Севера в углу. Так. Возьмем мы Гензеля. Торн синий. От него Жан-Франсуа может поставить защиту.
Вот так. Два красных. Красные по зеленому бьют сильно. Плюс Абакан ставит контратаку. Но мы дедом снимем это все дело. Нужен ли нам здесь Жан? Вот в чем вопрос. К Эдмам это уже будет слишком много зеленых. Соня может взять. Для диспела. Сюда 11 можем поставить. Сюда отряд на крит поставим. Больше шансов для крита. Ну, погнали. Так, Соню сразу зарядим. Раз, два. Вот так вот зеленых много, даже добрали. Ригард. Атака. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соню еще раз можем будет зарядить. И еще раз Соню заряжаем. Мать-то тем временем готовится. Бахаем зеленый. Зарядили таким и мать. Пол поляны подняла. Отхил надо было взять один непошаговый. Что-то тут я не догадался. Блин, она еще воскресла. Ладно, поставим броню. Так вот, заберем, короче. И еще раз успеем, нет? Нет, не полетели. Нет, нет, не дозарядили. Ладно, забираем вот так. Подхил. Соня, давай бей потихоньку, начинай. Раз. Два. И Гензель. Шлифанул. Беда, следующий. Так, зеленый по центру. Который атаку мне будет резать. Соответственно, атаку надо обратно поднимать. Так. Синий здесь не нужен вообще. Два красных. Анзох. Так, поменяем. Бить почаще будем. И Гензелем блокировать. Погнали. Так, зеленые есть. Сначала 4. И потом еще 4. Ударим вот так сначала. Теперь Гензелем. Добили. Чуть не дозарядился.
А так Хамзох пройдется немножко. Элканин. Давай атаку тебе еще подрубим и Гензелем еще пройдемся. Блин, Анзоха опять зарядили. Что-то не густо он бьет. Так, заблокируем этого бешеного хила. Ты как больно ударил. А тем временем у нас проблема. Хил подошел, а я не подошел. Ну да. Подхилимся. Ударим. И еще раз ударим. Сопротивление у него. Фух, полегче прошло в этот раз. Так, держим удар. Чуть не добил. А, желтая поляна. Забрал таки, смотри, Кингстона. Блокируем. Включаем подхил. Давай-ка его тоже заблокируем. Так, добьем, нет. Нет. Ну и Гензель завершаем. А, нет, сам атман сдулся. К сражению. Каган. Красный. Красный Каган стоит. Соня. И нет хилов у него здесь, да? Но быстрый шотер есть. Защита от синих нужна мне, нет? Вылка даст, если. Дилемма, дилемма. Ладно, так зато все будут более-менее быстро заряжаться. Погнали. Так, синего зарядить. Быстро не вижу. Ну да. Что-то хотел я два синих взять, а взял все-таки одного. Каган так-то не слабый парень. Но мы его замедлили. Кстати говоря. Может, синий выйдет? Да, вышел. Заряжаем. Еще раз замедлили. С одного камня не зарядится, а с двух, наверное, зарядится. Так, вот зеленый, значит, один прокинем.
Эх, красный сверху шлифанул. Броню поднял. Смотри-ка, опять он заряжен. Стопорим. Заряжаем Кингстона. И надо валить кого-то. Сейчас нам Микки заблокирует ману. Мы Фиол скинем, в принципе. А, он же полностью блокирует. А это травит, будь здоров. Здесь полиции нет. Ну да, вроде. Поэтому не так страшно. Тогда сюда бьем. Лишь бы не заблокировал, ну, конечно, мы его и блокируем. Подавлен. С усиленной атакой сейчас Велла нам пропилит. Режем атаку броню. Раз, два, три, четыре, пять камней синих. Надо шесть. А ножа нам немножко прожарим. Так и Жан заблокирован, ё-моё, забыл. А, допинали. А тем временем она снова заряжена. Теперь синих хватит подхилиться. Смотри-ка, всех траванула, а. Какая дама. Хорошо сработала оборона. Я что-то в замешательстве. Когда спадет? Последний ход остался. Так, подхиливаемся. Еле-еле дотерпел. Тем временем у нас еще раз сейчас... А, нет, все ушло, слава богу. Так, Микки собираем однозначно. Вылу мы как-нибудь переживем. Лианку забираем. Так, вот так бахнем, не знаю, что в серединке пролетит. Нет, ничего не пролетело, интересно. Так, пролетит. Лианка со срезанной атакой. Но у меня здоровья мало. Не, нормально. Фух, пережили мы это. Было сложно. Пойдет. Следующий бой. О! Ариэль по центру. И сумасшедший Азлар. Ё-моё. Ариэль, Ариэль надо блокировать. И она... Зеленого не любит. Два зеленых атака реза. Или усиление снимать. Блин, опять два тикающих поставил. А тем временем зеленых ко мне не дали. Блин, обидно. Так вот скинем, синий зарядится. По мане стопорнули, но это уже поздновато. О, зеленые подошли. Так, раз. Так, два. Так, три.
ушла. Не густо ты, парень, ударил. Так, C-sharp. И этот парень, его надо точно убивать. Он там жгет насмерть, у него без вариантов называется урон. Не задиспелить, ничего не сделать. Все, забрали. Одна головная боль прошла. Синий. Так урезать. Так усрезали. Сартану зарядим. Потянув деда бьют. Подхилим. Три в пустоту Кингстон. Так, задиспелим. Оп. Тоже тащим тут. Так, так. Так, где моя ударная сила? Прорезали, усилились, заблокировали. Ага, не заблокировали. Но забрали, нет, забрали. Дальше, ну и все, оказывается, на сегодня. О, еще одна атака была. Ну все, всем спасибо, до новых встреч.